Всем привет, мои дорогие подписчики и подписчицы! Добро пожаловать на мой канал, и я очень рада вас сегодня здесь всех видеть. Хочу открыть вот такую вот коробочку, посылочку Avon. Сегодня я буду в кадре вместе со всем, что мне пришло здесь в заказике. Поэтому давайте вместе с вами откроем и посмотрим, что там внутри. Берем ножнички и открываем эту большую и тяжелую коробочку. Смотрите, как тут все запаковано. И он теперь сортирует по отделениям, да, то, что мелкое отдельно, то, что крупненькое отдельно. Ой, как интересно, что такое тут у нас. Так, эксклюзивные предложения, лучшие продукты по ценам, да, вот такая вот брошюрочка, каталог там, листовочка, да, как называется. В общем, вот. Далее, девочки, листовка. Примеры товаров из онлайн-каталога. Тоже вот такая вот какая-то листовочка. Можете почитать. Марафон какой-то для представителей. Посмотрим, потом ознакомимся. Далее, здесь я вижу пробничек с двумя ароматами, мужской и женский. Вот такой вот саше, да, это Attraction, видимо, новинки, положили мне. Раз коробочка, два коробочка, это всякая бижутерия, давайте попозже к ней вернемся. Достаем сверху что-то крупненькое. В этом заказе очень много вещичек, девочки, и первое, что есть из вещичек, это вот такие вот штанишки желтенькие. Взяла по распродаже. Они не длинные, они короткие, но ниже колен, да. Но в то же время не как брюки. И здесь у меня размер 40-42. Сейчас померяем, посмотрим, как будет выглядеть. Как видите, они без ширинки спереди, да. Замочек у них находится вот тут вот сбоку. Вот, хотите, одеваете замочек, хотите нет, да, но здесь есть резинка, вот, и можно, мне кажется, будет как, ну, как лосины, да, натягивать. Это, кстати, перец, здесь кармашков нету, здесь обманка, здесь есть зато маленький вот такой вот совсем малюсенький карманчик, и сзади есть кармашки, два кармашка. Итак, девчонки, натянула я штанишки. Очень, правда, тяжело натягивается вот здесь. Пришлось открывать замочек, иначе я бы в них не влезла. Не видите, здесь на талии заужены, и тут уже вот это место пошире идет. Неудобно, потому что нет карманов спереди, хочется засунуть руки в карманы, но ладно, можно будет сувать сзади. Вот так вот смотрятся с попочки. Вот, вполне такие ничего себе штанишки. Вот так вот выглядит длина, да, видите, они не длинные. Вот. И цвет довольно-таки такой красивый, немножко бледно-желтенький, да, смотрите. Далее здесь у меня, девочки, так, это что такое? Это низ купальника, вот такой вот, интересненько, тоже 40-42 размер. Смотрите, здесь картинки, да, как одевать. Можно вот так, как купальник, без бретелек, можно как юбочку и можно как вот такие вот трусики. Да? Ну, даже здесь, я бы сказала, полноценный купальник. Смотрите, вот так вот выглядит. Это низ, это наверх натягивается, это одна его сторона, голубенькая. Переворачиваем. Есть вот такая вот сторона, но эта сторона у нас на случай, если вы хотите ходить наизнанку, потому что если вы оденете вот этой стороной, да, то трусямбы будут у вас со швом. Вот. Да? Если вот так. Ну, а если хотите, то можно надеть вот так.
И юбочка будет вот такая вот. В общем, влезаете и носите, куда что влезет. Вау, какая прелесть, девочки, смотрите. Такой яркий, сочный, желтый цвет. Это бельишко с трусяшками. Вот вверх, вот низ. И такой цвет, девочки, красивый, желтенький. Смотрите, какая прелесть. Я думала, бледнее будет, но такой сочный цвет. Это вообще класс. Костюмчик цифр-цифр в студию. Открываем вверх. Ой, какой миленький. Чтобы мне не был маленьким, я взяла себе 44-46, потому что мне обычно жмут они в Эйвоне. Так, по бокам сделали типа как такие дырочки, да, отверстия. Вот, и чашечка вытаскивается. Можно убрать вот этот вот push-up, да, как раз-таки оставить просто тоненьким. Смотрите, какой милый топик на бретельках, которые регулируются, да, девочки, вот. Здесь внизу кирюшки, красота. Вау, как соблазнительно смотрится. Цвет очень красивый, мне нравится. И сейчас посмотрим на низ. Низ тоже очень красивый. Вот так вот выглядят. Смотрите, трусики. Они тянутся, все стрейч. Здесь тоже красивые все боковушечки. На резиночках. Вот здесь, где ноги, мне нравится, что вот этих вот штучек нет, из-за того, что они очень щекотят. Я не люблю, когда вот здесь вот на ногах всякие рюшки, да? Не люблю, люблю больше, когда вот где-нибудь они в другом месте. Поэтому очень-очень даже удобно будет в них ходить. О, здоровенная! Я еще такую никогда не брала. Здесь 1000 миллилитров. Смотрите, какая огромная пена. Все время по 500 миллилитров заказываю. А здесь... Она такая тяжелая. Это новинка, лимонад. С ароматом лимонада. Очень здоровенная банка. Еще одна гигантская баночка. Так. Это 750 миллилитров уже. Новинка от Care. Банан с ароматом банана. Тонус банана, в общем, да? Вот. Для всего. Для тела, для ручек, для пяточек. Для всего. Смягчающее средство. Так, мне прислали, наконец-таки... мою штучку эмульсию для лица. Корейский секрет. Я заказывала наборчик, но не было вот этой штучки тогда в наличии. Сейчас мне ее дослали. Здесь 80 миллилитров вот в этой вот баночке. Еще тут что есть? Есть каталог номер 9. Вот он. И есть еще один каталог, наконец-таки. У меня теперь два каталога. Это номер 8. Вот такой вот журнальчик. Будем читать в СМР-очках. К 8-му каталогу листовка, брошюрка с распродажами. У меня счет фактура. И положили мне в подарок по промокоду для представителей вот такую вот водичку лалубенькая. Вот такой у меня еще не было ни разу. Подарок шел рандомно, можно было любой получить, и мне пришел вот такой вот. Так как у меня ее нет, я вполне довольна. Давайте откроем, посмотрим. Здесь я знаю, что бантик будет. И очень интересно, потому что я люблю обычную водичку лак. Она очень сладкая, приятная, и хочу теперь узнать, как будет выглядеть вот эта вот голубая. О! И это очень похоже на первый лак, прям такие же нотки, но в то же время есть что-то немножко отличительное, да, и очень приятная, очень сладкая конфетка, самая настоящая. Вот такой бантик теперь будет на моем бьюти-столике стоять. Класс. В общем, куча литературы, куча подарков. Я довольна. А теперь давайте посмотрим на бижутерию и возьмем первую коробочку. Вот такую.
И почитаем, что тут у нас написано. Здесь ожерелье Юлианна в этой коробке находится. Сейчас будем открывать. Ой, какая миленькая коробочка, девочки, смотрите. Вот такая черненькая, с бантиком. Здесь всякие блестяшки. Вау! Вот. Смотрите, сколько бусин. Как красиво, девочки. Вау, вот это да. Вторую коробочку сейчас открою. Она в горошек. Здесь находятся серьги Ариана. Сейчас тоже на них посмотрим. О, это мои синенькие сережки пришли, кисточки. Ой, какие! Девочки, они в пакетиках. Смотрите, в такой вот пленочке, да? Ой, как они сияют. Вау, так посмотрите на это. Какая прелесть! Какая прелесть! О! Шик, просто шик. Вот так обложили их, смотрите. Какие они синие, прям ярко-синий цвет. И вот эти вот тоже. Вау. Сейчас буду мерить. Посмотрим. Берем первую сережку. Синенькую. Одеваем. Одевается легко. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Они классные. Такие хвостики поднять. Вау. Такие сережки. Такие чик-чик-чик. И ожерелье. Сейчас посмотрим тоже. Немножко запуталась. Здесь некоторые бусины подлиннее. Вот я вижу. Некоторые короче. Не бусины, а вот эти вот пряди, да? Так. Одеваем. Одеваем, девочки. Вот так красиво смотрится. Смотрите. Какая прелесть. Настолько они нарядные, настолько такие прям вау, да? Такие женственные, такие с изюминкой, с загадкой. Вот такая девушка-загадка. Оу-е! Чик-чик-чик. Ну и все, все показала, рассказала, что можно померила. До новых встреч, девочки, берегите себя, увидимся совсем скоро, всем пока-пока. Мне в этот раз все желтенькое пришло. Батюшки, кто это тебя ходит? Любопытный мальчик. Мальчик любопытный пришел. Вот. Та-ра-ра-т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 а